Видеозаметки интереснейшие кочевой жизни продолжаются. Я снова в аэропорту Пулково и лечу на этот раз я в Нижний Новгород. На этот раз, как будто я там никогда не была. В общем, снова летим в Нижний. На этот раз у нас там пятый этап РДС Европа. Я знаю, что его многие ждут, и у нас будут там даже пилоты GP, между прочим. Кто еще не видел, есть новый формат в РДС Европа. РДС изнутри мобильная версия. Она выходит либо в пятницу вечером, либо в субботу утром. Думаю, что из Нижнего тоже выйдет такой РДС изнутри. В общем, вы смотрите, подписывайтесь на соцсети РДС Европа. Конечно же, я вам желаю хорошего дня и чудесных выходных, которые начнутся уже послезавтра. Если вы в Нижнем вдруг, обязательно проведите эти выходные с нами. Показания не выручают.